Играть ногами – это теперь не только про футболистов и людоедов, это теперь еще и про обувь. Реально, студент университета из Осло потратил 2 года и разработал уникальную подошву, которая превращает шаги в музыкальные такты. Потом передают на ваш компьютер или смартфон. Так что теперь вы просто вот так вот, буквально на ходу, можете создавать собственную музыку. Еще планируется создание сетевой системы. Она позволит творить музыку на расстоянии. Все желающие могут подключиться в общую сеть и шагать, так сказать, хором. Главное, чтобы не строем. Хотя тоже, может, марш получится. Ну, классно. Ты б себе купила? Вот, а когда станет цена ясна, тогда и получим ответ. О.